Так. Муэрта его навестила, что ли? Эй, думай, что... Чё? Чумба, ты чё? Тебя мама ничему не учила? Санта Муэрта — это не шутки. Она все слышит. И если уж выбрала того, то все. Если она тебя просто пуля умрет на твоих суплементов. Очень хорошо. В городе стало на одного когтя меньше. Мне нравится, как ты решаешь вопросы. Заказ закрываю. Интересно. Стреляйте! О! Да что за херня? Боль! Больше боли! В башку стреляйте! Да что за херня? В город приехал фиксер из Советского Союза. Мой клиент хочет познакомиться с ним поближе. Съезди в порт Кабуки и поставь геодатчик на тачку дорогого товарища. Это авто он притащил с собой из страны Советов. Почитай подробности. Несем большие потери! Стреляй! Держаться вместе! Выходи, не бойся. Мы тебя не тронем. Я разберусь. Сил. А! Стреляй! Пропала! Граната пошла! На помощь, еще нас тебе на могилу. под контролем. Покажись, чувак! Какого черта? Вылезай! Покажись, чувак! А? Черт! Сейчас все выясню. Выходи, не бойся, мы тебя не тронем. Прятаться не в твоих интересах. Вылезай давай. Выходи, не бойся, мы тебя не тронем. Прятаться не в твоих интересах. Вылезай давай. А? Не бойся. Мы тебя не тронем. Ви, это дело надо было провернуть по-тихому, не привлекая внимания. Ну ладно. Жучок на месте и на том спасибо. Остается надеяться, что его не найдут. Заказ закрыт. Ви, мне надо вернуть краденые лекарства. Я отследила часть из них. Кто-то спрятал их на квартире в Кабуке. К сожалению, не знаю, на кого ты там можешь нарваться, так что будь осторожен. Если ты их вернешь, кое-кто из риперов тебя щедро отблагодарит. Все подробности я указала в письме. Знаешь, недорогих ребят. Ты слышишь этот вой по ночам? Да режь его. бешеную собаку! Это еще что такое? Нет, так не пойдет! Нет, так не пойдет! Да это еще что такое? Пойдет! Да это еще что такое? Закурить есть? Осторожней! О, Господи! Спасибо, Ви. Было нелегко, но ты вел себя как настоящий профи. Дело сделано, контракт закрыт. Привет, Ви. Можешь кое-куда смотаться? Мне тут рассказали о драке в доках. Может, просто торчки буянят, но мне кажется, у кого-то приступ. И надо узнать, замешаны ли там наркотики. У трупа этого не узнаешь, так что психа не убивай. Ну, зашибись. Так, и далеко ли ты собираешься? Нет, я так не сдохну! Тебе хана! Что за херня-то? Get! граната! Потом такую карту сыграю, что у тебя челюсть. Туда не подключайся. Найт-Сити пополнила свой арсенал, включив в него экзокостюмы класса Кентавр от Милитех. Органы правопорядка приобрели 20 комплектов кентавров для профилактических патрулей и бойцов Макста. Подписание соглашения о партнерстве состоялось в здании Мэри. Там присутствовали комиссар полиции Бомрич и директор... Успокойся! Да иди ты нахер! Что ты обо мне знаешь? Офицеры полиции каждый день рискуют жизнью ради нас. Обижайся сколько хочешь. От организованной преступности, от кочевников и киберпсихопатов. Экзокостюмы марки Кентавр от Милитеха защитят нашу полицию, а полиция в свою очередь защитит нас. И снова корпорация Милитех демонстрирует приверженность идее возрождения Америки. После рекламы мы обсудим, какими качествами должен обладать телохранитель вашего ребенка. А этот, бля, оглох уже! Да, оглох. Сироки шумят. И в работу. Ярость! Бойня! Врут! Отдайся инстинктам! Итак, Брэд счастлив, я счастлива, а значит, ты получишь свои деньги, и все будут счастливы. Заказ закрываю. Спасибо, Ви. Похоже, мы нашли последнего честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмил. Она расследует что-то такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. И ей лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе, но кому-то же надо выполнять это задание, верно? Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю. В любом случае, инфа в письме. Твой товар-то? Или где позаимствовал? А тебе не похуй ли? Я из баккеров. О, двое кочевников встретились на улицах Найт-Сити. Тебе нужна помощь. Я ищу эту даму. Знаешь ее? Она коп. Конечно, знаю. Она снимает номер в этом отеле. Тебе вон туда. Супер. Спасибо. Да не за что. полным искоренением мира. Анна, бросай расследование. Это в твоих интересах. Стоять! Да ты, блядь, у меня на мушке. Не наоборот. Эй, расслабься. Я просто хочу помочь. Помочь? У меня импланты в ушах сбоят. Ты хочешь сказать, запугать? Просто брось свое расследование. Не с теми людьми ты связалась. С какими людьми? Скажи мне, кто они? Это как раз не важно. Твоя жизнь в опасности. Ты что, не поняла? Во-первых, давай без понебратства. Друзей своих жизни учи, а я тебе не друг. Во-вторых, это ты ничего не поняла. Черт, плохо дело. Жаль девочку, если честно. Я думала, ты решишь вопрос по-другому. При помощи слов, например. Ладно, заказ закрыт. Херасе. Уходи, пока не поздно. уходи, пока не поздно. Да! Что у нас тут? Есть для тебя непыльное дело? Надо обнулить одного человека, который вымогает деньги у честных тружеников. Его зовут Блейк, и он та еще сволочь. Про его методы почитай в письме и принимайся за работу. У меня для тебя горячий подарочек! Бля! Уже была удача. Давай, давай, где-то там. Реквием по Санта Муэрта был издан одновременно на 70 языках и продан более 3 миллионов раз. «Роман в тени яблони» — это драма, разворачивающаяся в Ирландии в 20 веке. Это произведение уже признано шедевром литературы. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что остаетесь на 54-м канале. Черт! Приятно! Нас тут ебут! Еще! За честь и славу, сука! Не отступать! Привет, Ви. У меня новый клиент. Скажем так, умом парень не блещет. Нажил себе неприятности и теперь хочет скорее свалить из города. Подробности в письме. Попробуй. 빨리 좀 하면 안 돼? 빨리 결정해. Ты Кван Бо? 그래. 근데 다들 날 치타라고 불러. 내가 또 치타처럼 존나 빠르거든. Как скажешь, Гепард. Лишь бы тебе нравилось, а мне-то пофиг. Как ты сюда попал? 차 타고 왔지. 걸어왔겠냐? 이 근처에 주차해뒀어. Дай-ка я поведу. Ты думаешь, я слепой или глухой? Завали пасть, а то пуля влетит. 씨발. 어우, 존나 아슬아슬했는데 그래도 우리가 해냈어. Да уж ты герой. 넌 별명 같은 거 없어? Нет. 그럼 이참에 뭐라도 생각해라. 길거리에서 존나 잘 먹힐 테니까. Ладно, мы на месте. Вылезай. 야, 잠깐만. 아, 근데 저 새끼들 믿어도 돼? 아, 너 가면 내 콩팥 떼가고 그러는 건 아니지? Реджи наняла их напрямую и лично всех проверила. 알았어, 알았다고. 아, 내리면 되잖아. 그리고 모텔에서 도와줘서 고마웠어. Добро пожаловать в реальный мир. Безупречная работа. Кван Бо говорит, тебя надо прозвать бешеным львом. Видимо, он всем доволен. Сейчас закрою заказ и вышлю тебе твои деньги.